Друзья, всем привет! Сегодня с Дианой мы будем первый раз готовить котлеты. Погнали! Так, режем мы, друзья, мяско. Поехали. Тут кровь у него идет, это мясочко. Мы его таким маленьким кусочком порежем. О, ничего себе маленькие. Чтобы у нас мясорубку. Ничего себе малюсенькие. А этот кусок? Этот кусок мы оставим. Кусок плачет. Так, все, мясо мы порезали. Теперь, ну, ребята, мы у нас стекло. Берем лучок. Ой, у меня одну сейчас головку. Мне кажется, у меня сейчас слезы потекут. Молим его. Да, вот эту шелуху все отдираем. Так, жесткие отрезаем. Они нам не нужны. Нормально, ты так их назвал. Ну и вот так тоже. Я кусочек лучка захотела. Итак, и теперь нам надо с вами взять хлеб. А я реально лук съела. Да? Угу. Возьмем хлеб. Тут вот у нас сколько? Ну, 5 кусочков. Водичку замочим этот хлеб. Зачем? Немножко разбух. Так, ну все. Оставляем его чуть-чуть подсохнуть, примерно на одну минуту. Разбухнуть. Примерно на одну минуту, да? Ну все, включаем мясорубку и закидываем туда мясо. Все, прокрутили мы мясо. Хлеб и лук. Теперь, да, мы испачкали майку, но это фигня. Это все хлеб. Ну, теперь давайте все размешаем. Да. Класс. Так, нам надо добавить еще соль. И специи, да? Соль, ну и перчик вам давайте чуть добавим. Осторожно. Доставай там. Ага, хорош. Это у нас соленые такие специи. Так, и где-то у нас тут еще были... О, перчик. Перчик, я его достаю. Чуть-чуть. Вот так. Перчик. Как это специи? Ой, я не помню, да. Скажи, как это специи? Приметно. По-моему, из Крыма. Специи из Крыма. Сейчас еще чуть добавим специй. Это острые специи. Острые? Да, ты в курсе, они острые. Да, попробуем. Это такая перемешалка, да? Угу. Ну, мне кажется, достаточно. Хорош, все, убирай. Давайте попробуем еще раз на соль. Еще раз чем-то нужно? Все, соль отлично, ребят. Итак, фарш у нас готов, и напоследок добавляем туда яичко. Да. Давай, Диана, разбивай. Да, это был огромный этот капанец, цыплят. Еще. О! Отлично. Все, яичко добавили. Выкидывай. Приступаем к лепке котлет. Диана сейчас будет помогать. Сейчас. Погнали. Давай, Диана. И выкладываю их вот на эту доску. Ставим сковороду. Когда можно уже будет класть вот сейчас эти? У нас. Давайте по максимуму. Сейчас разогреть. Не, сейчас она разогреется. Понятно. Добавляем масло. Давайте побольше. Побольше надо. Добавили масло. И теперь выкладываем вот эти котлеточки в сковородку. Ну все, закинули мы котлетки. Сейчас они у нас поджарятся, мы их перевернем.
Так, все котлеты у нас обжарились. Теперь мы их выкладываем обратно в сковороду, добавляем водички, накрываем крышкой и пусть они у нас пропариваются. И накрываем крышечкой.